Следующий прием при помощи банки у нас будет расслабление жевательных. Мы понимаете, что сейчас мы работаем только по зонам напряжения. Мы научились расслаблять помощью вакуумного массажа лоб. И теперь вторая зона напряжения – это жевательные. Точно так же обильно увлажняем маслом зону жевательных мышц. Банка здесь большая. Создаем вакуум. Держимся за баночку. И дальше мы либо... Ну, отсасывать ее не надо просто. Я сейчас на камеру без масла показываю. То есть создали давление, держимся за стекло и начинаем круговыми движениями обрабатывать зону жевательных мышц. Рот при этом открыт в позицию О. Когда О открываете и банка сразу у вас отскакивает, можно тогда не делать О. Второе положение. Присасываем и медленно протаскиваем по всей жевательной мышце, на широченная, вот такая большая. Протаскиваем, уводим на угол молодости. Здесь она может у вас отскочить, ничего страшного. Снова присасываем и протягиваем вниз. Два положения поработали круговыми, присосали и протянули всю мышцу, вводя ее на шею. Сколько раз, сколько хочется. Ну, я бы сделала 5 раз круговыми и 5 раз протянула. Жевательно будет легче. Здесь сделали, перешли на эту сторону. Пока банками больше ничего не трогайте, только лоб и жевательные.